Еще 12 многодетных семей могут получить жилищные сертификаты. На эту меру поддержки многодетных семей направят дополнительно 180 миллионов рублей. Об этом сообщили на еженедельном совещании в Доме правительства. Указ об улучшении жилищных условий многодетных семей, имеющих 7 и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, появился в День любви, семьи и верности. Жилищные условия по таким сертификатам необходимо улучшить до конца года. Больше всего семей 12, которые подходят под критерии указа, проживают в Чебоксарах. В ходе подготовки к реализации выяснилось, что в Чувашии 31 такая семья, а не 19, как было в списках муниципалитетов. 31 семья и 180 миллионов рублей в итоге мы с вами направляем. Хорошо, что у нас сумма гранта позволяет эти решения реализовать, но как бы может быть по-другому, и тогда будут сложности. И самое главное, вот такого рода работа, которая в итоге не позволяет, казалось бы, очень правильные, нужные для людей решения, принятые, не доводить их до конца, в итоге не красит нас. Поэтому я прошу вот эту работу еще раз критически проанализировать.